Всем привет! Сегодня мы решили с мужем погулять по реке Сизопсе в Лазаревском и ушли на целый день далеко-далеко вдоль по ней. Ушли очень далеко от наших мест, где мы остановились. Такая река, погода сегодня переменчивая. И солнышко, и дождь шел проливной, мы все промокли. Сейчас солнце сверху над горами, там облачность. К вечеру опять обещали грозу. Но я надеюсь, что нам сейчас ничто не помешает. Мы с ним очень хорошо отдохнем. И хотела вам начать видео. У нас тоже не начало. Уже там костер я разожгла. Муж рыбу ловит, уже змею дальше в видео увидите. Вот такая красота здесь. Маленький-маленький водопадик речной. Посмотрите. Вода в нем ледяная, но пить я ее, наверное, не буду. Я побаиваюсь. Сейчас еще покажу здесь, если видно будет это на камеру. Там плавают рыбки. Вроде видно на видео. У нас место с собственным аквариумом, где есть такие классные рыбешки. Мне даже так кажется, что это мини-форель. И очень-очень, кстати, много головастиков. И пойду там устроились. Муж ловит рыбу. Здесь глубоко под мостом. Тут не мост, а труба какая-то. Здесь глубоко в одном месте. Здесь-то мелко в реке, а вот там чуть-чуть дальше глубоко. Мне по шею, а я 1,57 м всего лишь. Вот. В общем, вот так. Мы уже пришли на место. Здесь очень красиво. В тенечке мы. Там солнышко выглянуло. Здесь глубоко. Муж ловит рыбу. А я занимаюсь разведением костра. Ну, вот у меня с первой спички удалось поджечь. По дороге мы нашли уголь. Мы его захватили с собой. Он, правда, отмок под дождем. Он прямо около воды. Я ставлю в воде. Здесь мы сделали навес для вещей, потому что все-таки сегодня обещали еще дождик. Там у нас сушилка, потому что пришли мы абсолютно мокрые, попали под очень сильный ливень. И здесь у нас наш будущий обед, пикник. Баклажан будем делать синенький на углях. Там мясо, курочка. Картошка, правда, вареная уже, но мы решили взять вареную. Сейчас покажу вам одну очень-очень красивую вещь. Очень красивую вещь покажу, которую я сейчас испугалась. Вы видите, она пытается выползти. Ой-ой, вот, все, она уплыла, слава богу. Боже, как это страшно было только что. Представляете, а я иду по воде. Ну, это гадюка речная.
Вот такая рыбка есть в реке Псизуапсе. Я не знаю, что вот это за рыбешки. Похоже, не знаю, селедка, форелька и один усач есть. Вот такой усач. Усики у него вот здесь. Классная рыбеха. Вот такие красавчики. Пока я тут разводила костер, занималась мясом, шашлыком, овощами, ужином или обедом, но чем-то очень вкусным, муж вот поймал таких рыбок. Еще у нас овощной такой стол. Я в Инстаграм еще хвалилась. Это, ну, не знаю как, но мне кажется, это тоже какой-то своего рода лайфхак. Лайфхак. Тарелочки из фольги, то есть и подстилка из фольги, и тарелочки из фольги. Очень удобный вариант. И картошка у меня греется в костре с фольгой. И все-таки это не пластик, не пластиковая одноразовая посуда. И в нем очень удобно так что-то не доел, свернул и унес. То есть я против пластиковой посуды с собой. Мы носим вот такие стаканы для воды, и в них не проливается, это спортивные, они служат нам уже много лет, и мы ими пользуемся с удовольствием. Не любим мы пластиковую посуду, от нее мусора много, а фольгу свернул, сложил, она очень хорошо собирается, и унес с собой, и не оставил за собой никакого мусора, не сжег и не навредил природе. Ура! Все, у нас готов шикарный стол. Мы обедать садимся, а вам всем хорошего настроения, отличного отдыха. Пользуйтесь небольшими моими полезностями. И всем хорошего настроения. Пока! Теперь я решила еще попробовать сделать из фольги универсальное средство, чтобы очистить решетку от всяких нагаров. И это у меня великолепно получается. Так что берите на заметку, пользуйтесь. Дарю бесплатно.